Николай Носов. Заплатка. У Бобки были замечательные штаны. Зеленые, вернее сказать, защитного цвета. Бобка их очень любил и всегда хвастался. «Смотрите, ребята, какие у меня штаны! Солдатские!» Все ребята, конечно, завидовали. Ни у кого больше таких зеленых штанов не было. Однажды Бобка полез через забор, зацепился за гвоздь и порвал эти замечательные штаны. От досады он чуть не заплакал, пошел поскорее домой и стал просить маму зашить. Мама рассердилась. «Ты будешь по заборам лазить, штаны рвать, а я зашивать должна? Я больше не буду, зашей, мам! Сам зашей!» «Так я же ведь не умею!» «Сумел порвать, сумей зашить!» «Ну, я так буду ходить», — проворчал Бобка и пошел во двор. Ребята увидели, что у него на штанах дырка, и стали смеяться. «Ну какой же ты солдат, — говорят, — если у тебя штаны порваны!» А Бобка оправдывается. «Я просил маму зашить, она не хочет». «Разве солдатам мама штаны зашивает?» — говорят ребята. «Солдат сам должен уметь все делать. И заплатку поставить, и пуговицу пришить». Бобке стало стыдно. Пошел он домой, попросил у мамы иголку, нитку и лоскуток зеленой материи. Из материи он вырезал заплатку величиной с огурец и начал пришивать ее к штанам. Ой, дело это было нелегкое. К тому же Бобка очень спешил и колол себе пальцы иголкой. «Ну что ты колешься, ты противная», — говорил Бобка иголке и старался схватить ее за самый кончик, так, чтобы не уколоться. Наконец заплатка была пришита. Она торчала на штанах, словно сушеный гриб, а материя вокруг сморщилась так, что одна штанина даже стала короче. «Ну и куда же это годится?» — ворчал Бобка, разглядывая штаны. «Еще хуже, чем было. Придется все заново переделывать». Он взял ножик, отпорол заплатку, потом расправил ее, приложил снова к штанам, хорошенько обвел вокруг заплатки чернильным карандашом и стал пришивать ее снова. Теперь он шел не спеша, аккуратно и все время следил, чтобы заплатка не вылезла за черту. Он долго возился, сопел, кряхтел, зато когда все сделал, на заплатку было любо взглянуть. Она была пришита ровно, гладко и так крепко, что не отодрать и зубами. Наконец Бобка надел штаны и вышел во двор. Ребята окружили его. «Вот, молодец», — говорят они. «А заплатка, смотрите, карандашом обведена. Сразу видно, что сам пришивал». А Бобка вертелся во все стороны, чтобы всем было видно, и говорил: «Эх, мне бы еще пуговицы научиться пришивать. Да жаль, ни одна не оторвалась». «Ну ничего. Когда-нибудь оторвется, обязательно сам пришью».